фермерскую жизнь. Вторгнется капиталистическое чудо. Вы не могли бы потише? Мои дочери свободны. Сам уходи. В образе Моники Беллуччи. Я здесь, среди семей, которые все еще живут так, как жили давным-давно. Вы очень красивая. Размеренная жизнь людей больше не будет прежней. Они дурят вас, а потом нас выгонят. Столкновение отцов и детей. Вы должны быть внимательны, это невозможно. Но я не нарочно. Станет началом медленной смерти патриархальной Италии. Некоторые вещи нельзя купить. Чудеса. 15 марта в 19:30. Премьера на Еврокино.